Так, что у нас здесь? Кролик-садовник. Вегетарианская колбаса. Любимая еда. Любимая книга. Календарь огородника. 6 самых необходимых вещей. Лейк, лопата, навоз, упорство, нарцисс, надежда. Почему входу в подземелье? Честно говоря, сейчас уже не вспомню. Давно это было. Зефирчик. Любимая еда довольно бестактно. Спрашивать такое у зефира. Увлечение. Ходить в походы и слушать страшные истории у костра. Любимая книга, песни льда и пламени. И да, я один такой, кто не смотрел сериал, потому что книги лучше. Хорошее пособие по болезни и толпа друзей у костра. Причина входа в подземелье. Песня льда и пламени — хорошая штука. Давайте за робота поиграем. Один раз за него играли. Сейчас посмотрим какой-нибудь эпизод. Ошибки сжатия. А, они тут эпизоды называются. Сейчас я быстренько хэштег добавлю. Yep. Ах, время бросать кубики. К сожалению, есть одна проблемка. По ряду причин, в которые мы не будем углубляться, в этом эпизоде у тебя не может быть двух кубиков с одним и тем же значением. Одинаковые кубики сразу исчезают. За робота, нифига себе. Ух ты, теперь можешь сотворить кубик с нужным значением. Конечно, всегда есть риск того, что при этом что-нибудь пойдет не так, но будем думать о хорошем. Значение это нужное. Нет отсчета ЦП, создавай любой нужный кубик. Каждый раз значение может исчезнуть с шансом 50%. Ладно, давайте начнем с одинаковых кубиков, которые исчезают. Бип-бип-бип, вот и наш оптимистично оптимизированный робот. Как там твои расчеты, дорогуша? Они верны. И, кстати, я не бипу, если вы заметили. Заметила, да, но ты все еще мечтаешь о вершине саморазвития. Да, конечно. Впрочем, хотел спросить, поскольку я уже прошел часть эпизодов, можно остановиться на этом и получить награду, скажем, на 2 часа меньше ночного сна? Ой, какая любопытная мысль, дай-ка подумать. Нет-нет, очевидно, нет. Поверить не могу, что ты был так невнимателен. Возвращайся в подземелье, калькулятор. Калькулятор. Горячая голова обладает способностью ко льду. Так, и чё? Калькуляция, трёха. Плазмобластер нанести столько-то урона. Допустим. Четверка. Единица у нас уже была. Блин, надо запоминать, какие кубики были, да? Исчезание. Одинаковые кубики сразу уничтожают. Или все равно они могут выпасть. Ой. Больно. Шестера горячая. Выбросить тройку. Ну да, наверное. Так, окей. Вот целебный кристалл. Ну, походу, всегда вначале приходит. Что там сдавило? Слабость к огню. Да где же мне ее взять-то, эту вашу? Ваш огонь. Еще одна, стоп. Вторая четверка. Она же не исчезла. А, одинаковые кубики в руке. Я понял, как это работает. Окей, я понял. Угу, одновременно в руке не должны лежать одинаково. То есть желательно типа тратить здесь по очереди прям все. Допустим так. Теперь четверка сюда. Калькуляция, да. Калькуляция открывает тебе картишку. Ну не картишку, а... Блин, а что за урон? У нее шипы что ли были? А, все равно уровень. 20к. А, там, ну, особая билка открывается. Чисто для кубика сделанная. Так, ну поехали на волшебника. Да, я помню, у меня не будет дублей. Угу. Единичка. Еще одна единичка. Да. Надо было ее вбрасывать, конечно, в этот. Черно одно уклонение. Одно уклонение не страшно.
все равно надо играть. Только шестеру не выбрасывай, хорошо, волшебник. Опять одно уклонение. Окей. Оп, троечка урона еще. А че я не бросил-то? Может, единичка выбросилась бы? Забыл. Четыре яда, неприятно. Тройка. Если я здесь сыграю, то выбросится 3 плюс 2. Не, то есть 6 плюс 2 выбросится. Не очень нравится эта идея. Играем. Еще одна тройка. Пятеру. Автобросок на пятеру хорошая, потому что можно допрон нанести. Отлично. Так, двоечка, это что, горение? Первым двум кубиком. Четверу на треху. На треху все равно надо похилиться. Так, можно еще на четверу выкинуть, но она у нас сломается. В принципе, можно. Двору не добьем его. Давайте похилимся тогда. О, а это даже хорошо! Пускай он получает плюс один кубик, он его разыграть не успеет. Может быть, и успеет. 5-10 урона? Ты серьезно? Лучше бы я пытался добить, да? А я не мог вроде бы. Так, две заморозки подряд. Помести кубик, чтобы снять. Помести кубик, чтобы снять. Треха. Автобросок на пятеру мгновенно выигрывает. Я думаю, что лучше да. Похилиться и просто добить его. Чуть волшебник жесткий оказался в итоге. Дриада Апчхи. Смотрим шмоточку. Механическая рука. Нанести один, добавлять за каждый бросок. О, это классно. Единичка. Найс. Пятерочка. Найс. Единичка. Так, сюда только четку можно сыграть, да? Оу, идеально. Еще все. Двоечка. Оп, джип. Хорошо. Окей, меч задавайки. Невосприимчив к ошибкам. Блин, мне не очень нравится джекпот, через джекпот играть. Я в первый раз играл через вот это вот. Поэтому давайте через джекпот попробуем. Выкидной нож плюс 1 к значению кубика. Амулет полуночи, выбросить две шестерки. А он их мгновенно... А, две шестерки, ага, спасибо, нет. Давайте вот это возьмем. Играбельно. Шестера. Я не верю в чудеса. Тут плюс один к значению кубика. Это следующего, который я задровываю, или этот вернется в руку на пятеру? Мне кажется, что это вернется в руку на пятеру. Да, я смогу нанести 5 еще сверху. Ну, конечно же, ошибка. Трёха неплохо.
Двойка. Могу еще раз попробовать сыграть. Блин, ну серьезно. Джекпот. X2. Блин, ну здесь еще есть хорошие или нет? Ну вот эта штука странная. Добавить случайный статус, нанести урон. Надо 4 кубика выбить, чтобы активировать эту хрень, да? А я могу легко выбить эти 4 кубика при помощи... Вместо пулькомета можно взять эту штуку. Да, да, это хорошая тема. Угу. Короткое замыкание. Хотя в Early Game она так себе, а потом будет получше. Так, Йети, ну поджечь мы его не сможем. Нас будет замораживать, да? А, Йети это изи мод вообще в битве для этого. Для робота. Потому что калькуляция будет единички выбрасывать. Это не считается как выброшенный кубик, странно. Рискуем. Дальше рисковать опасно. Случайный статус порча. Ох, нифига себе. А зачем я хил юзну, если надо было урон юзать? Ладно. Блин, его порча сработала, и его удар тоже сработал. Восхитительно просто. Сливой 11, что такое? А, мы не видим, что тут. Нужно не больше тройки, значит, это больше тройки. Значит, можно... Нужно не больше пятерки, то есть это шестера. Фак. Блин, шестерона еще впишет мне. Похилились, нормально. До свидания. Что качать? Целебный кристалл уменьшает яд. Окончательное оружие. Плюс 2. Выкидной нож. Максимум 5. 1 урона плюс 1 к значению кубика 2 раза за этот ход. Блин, ну 2 атаки халявно. Можно вот это вместо четного на любое другое перебросить. Можно плазмобластер качнуть. Или, ну это пускай качается, само выбивается. Пулькомет. У нас еще есть сундук здесь? Здесь еще есть сундук, а значит... Пойдем на сундук, посмотрим, что там в сундуке будет. Сундуки нож, нож хороший, да. Так, максимум пятеру сюда можно бросить, да? Я вкидываю сюда четверу, получаю пятеру, делаю так. 5. Неприятно. Я сам. А, ну мы сейчас джекпота бахнем. Автоброском. Двойной урон. И можно, кстати, еще один кубик. И накинуть на него случайный статус. Это будет шок. Нормально. Один рандомный кубик. Ай, много она мне в лицо прописала. Ничего страшного. Отлично. Лопаточка. Перевернуть кубик вверх ногами. Может быть, лопаточку качнуть? 3 раза за ход.
Мне кажется, для робота это офигенно. Такой звук приятный. Дзынь, дзынь, дзынь. С другой стороны, есть еще выкидной нож. Перевернуть один кубик три раза. Ура, полезно. Может, плазмобластер заменить? Не, ну он неплох. Не, давайте качать то, что гарантированно хорошее. Вот эта штука 2 урона в ход наносит всегда и качает кубик. Качает она его как раз под плазмобластер. А, здесь еще можно было что-то купить, я не подумал. Чит-код. Привет. Диапазон джекпота. Знаете что, я пока что вот это уберу. Ту-ру-ру-ру. Опа! А, его только нечетным, блин, его вот его бы качнуть надо было. Нужно пятеру выдровать, задровать. Не, подожди-ка, раз, два. Увеличивать настолько, сколько кинешь. Ну, то есть на 5, на 3 или на 1. Две заморозки. Ну, две заморозки для меня, конечно, совершенно не страшно. Раз. Почему вот это не считается дополнительным кубиком? Теперь играем сюда треху. Целевое 2. А, 12-13. Что-то как-то не так, как я думал. Это работает немножечко. Ну ладно. Оп, до целевого дошли. Найс. Раньше в подземельях было так спокойно. Кубика, там прозрачный куб в тексте. Одна монетка. Блин, мячик жонглера мне всегда нравился получить новый кубик. Я бы его еще раз взял, но уже поздно. Кастый мастер, снеговик. О, снеговик против нас, опять же, очень не страшный. Против снеговика можно, кстати, короткое замыкание взять. Поехали. Здорово, Валькирии. Офигенный рогалик. Очень интересненький. Треха. Так, ну-ка давай-ка сюда. Сюда, на пятеру, сюда. Но все равно 12-13. То есть он на один всего уменьшает. Может, сейчас... А. Лучше сейчас автобросок. Подожди, 3-2? Почему не 5 кинул? Я не понял. Это было странно. Ладно. Ладно, сейчас он мне девочки закидает. Чего ты бросок так странно заменил? Мог 5 нанести, мог 5. Так, ладно, единичка. Теперь нечетко целевую. Этот значение уменьшаем.
Заморозки закончились. Ладно, четверо звучит отлично. Давайте как статус. Блок плюс один, 5 единичка. Двойка. Ну вот это вот 7 урона надо сыграть. Здесь мусор место. Лучше бы единицу налево сыграл. Че у него там одни единички тоже? Два. Плохая цифра. Джекпот. Регенерация. Двойной урон при джекпоте. Хорошо. Так, что у нас тут? Пулькомет меняет на мячик жонглера. Да, конечно. Мне он очень нравится. Снести 3 урона, получить новый кубик. Ладно. Так, шут. Здорово. Давно играем, и чего так легко, а на что похоже, это про нее говорили, как про убийцу шпиля. Да. Прости, друг, но теперь уж точно пришла пора умирать. Так, треха. Максимум 3, нанести 3 урона, получить новый кубик. Отлично. Дабл выкидной нож, четверка сюда. 6. Честно говоря, заранее. Блин, а ведь повезло с джекпотом, кек. То есть еще один кубик. Ох, шестерка. Найс. Играем со вчерашнего дня, но всего наиграли часов 5. Открыли всех персонажей, кроме последнего. Я не знаю, пока что открою. Ну вот. Но игрушка, конечно, очень прикольная. Так, автобросок нам не нужен. Двойка. Тройка. Выкинуть новый кубик. Может до четверок очнуть вот это. А, ты все, ты умер. Спойлер, что за последний перс? Нет, конечно. Главное, не отчаивайся. Поначалу и у меня все, казалось бы, шло хорошо. Какой нахрен спойлер? Ты что, офигел? Шипастый щит. Щиты — это классно. Ну, у меня что-то столько я урона разыгрываю в ход, что... Двойку. Уф. Дабл при джекпоте, допустим. Как нас прокает предел терпения каждый второй ход или куда? Вот это что ли? Это прокает от полученного урона. Так, интересненько. Пятеро сюда. Внести кубик, чтобы снять шок. Ну-ка. Любой куб я выиграл. Так, типа отвод. Уменьшить отсчет ЦП на определенную цифру. Но только четными. Счет ЦП плюс один. Два раза за этот ход. Так, ну теплоотвод звучит играбельно. Но, честно говоря, мне ничего не нужно, по-моему. Так, пятый этаж.
Кристаллина, я, по-моему, первый раз такого моба вижу. Только четными. Уменьшить. Ну да, теплоотвод очень крутой. Но, блин, я и так все карты разыгрываю за ход, и они все дамажащие. Зачем мне что-то менять? 4. Ну, кстати, 4. Не, нормально. На пятеру играем. Шестера. О, шестеру я буду автобросок здесь делать. Треха. Выбросить еще один кубик. Ну какая шестерка? Какая шестерка? Двойной урон при джекпоте. Бросить еще один кубик. Да куда? 5 урона или 2 урона и статус. Давайте статус случайный. Нажог говно, конечно. Ну ладно. Кристаллизация. Создать случайное кристальное оружие. Кристалл огня четный. Кристалл воздуха четный. Окей. Я ее сейчас добью, скорее всего, на этот ход, поэтому пофиг. Двойка, тройка. Калькулируем. Пятера. Четвера. Так. 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 И если повезет, победная. Уничтожена. Окей. Усиление. Мячик жонглера, наверное, чтобы четвер вносил. Можно плюс 2 урона удвоение при джекпоте. Один. Можно сюда шестеры вливать в плазмобластер. И давайте мячик. Мячик офигенный. Мехоружие можно. Руку можно качать сильнее с теплоотводом, но тут 50 на 50. Да, да, теплоотвод плюс мех рука рабочая схема, кстати. Помню такую. Давай со скелетом драться. Сразу шестера. Ну, тут лучше сразу сыграть. Блин, 5. Да, рука говна, конечно. 5 и 6. Но он мне сейчас семеров пишет. Шитянг там плачет на карте. Она тоже злюка, она тоже злюка. Четверка. Сюда. Отлично. Тройка. Четверка. Пятерка. Скип. Фак. На всякий случай сыграю. Яд единичком, да, такое. Тоже мне усиление. Больно. 5. Примерно сюда. 6. Ясно. Добиваем двойку. Играем вот это. Играем вот это. Играем двойной урон при джекпоте. Регенерируем 3 и 4 урона. Найс. Хорошо. У меня такое чувство, что короткое замыкание не очень хорошо играет. Давайте, может, поменяем все-таки на что-то. На уменьшение ЦП, например. О, на малый щит. Найс. Вот теперь все супер. Сколько там минимум? Максимум 3, да? Нормально, нормально. Так, четверка, пятерка. Ну, вначале, наверное... Пятерку попробуем побороть. Там магазин и к выходу проход. Не справимся. Слабость к огню. Угу. Так, троечка. Берем так. Даем максимальное значение 4. Даем плюс 1 к кубику. Делаем защиту. Супер, блин, шестера. Я не верю в чудеса. Угу. 3 пятеры. А, он 2 кубика забыл. А мне 2 блока кубика. Вообще страшно на самом деле. Я же... У меня же повторки сбрасываться сейчас будут, да? Наверное. Или был... Там, по-моему, единица была. Так, ладно. 3 блока. Окей, конец хода.
Ой, сейчас 6. А, ну 9 урон нанесет. А боль и много. А, ладно, не так много, я думал, больше будет. Шестерка заблочилась. Ну ты издеваешься. Делаем так, делаем так, делаем так. Пятера. Делаем так. Троечка. Отлично. И мусор. Я живу на пятом этаже, мне по духам квакнула какая-то лягушка. Ну, где она? На улице? Нет? Опять шестеру заблочила. Да что ж ты будешь делать-то? Двойка. Идеально. О май. Просто победа и все. Нечестно, я буду жаловаться госпоже удачи. Жалость, сколько влезет. Смотрим магаз. Яблоко, чара прерывания. Если у врага выпало столько блок этому кубику. И повторить следующую атаку. Особенно если это двойная атака. Ну... Не, нафиг. Да, мне кубы зашли. Кубы офигенные. Смотрим, что купить, подумаем. Так, что у нее первое? Ураган, блок кубиком. Плохо это, блин. Троечка. И мне надо выкинуть новый кубик. Сделать так, чтобы она не пакала. Ну, ща. Ща не будет пакать. Раз блок, два блок. Кстати, две двойки. Нет, они не выкинулись, к счастью. Четвера. Пятера. Шестера. Надо было сюда, блин. Всегда пятеру сюда кидать. Четная. Или... 5 урона за 4 или 5 урона лучше. 1 плюс еще 5. А, интересненько. Неудача. Ну, ладно. Тут-туру-тут-туру. Сейчас похилится, изменит погоду. Сыграет еще... Что-то погода не очень сильно изменилась. Все тот же самый ураган. Блин, шестеру заблочила. Ты офигела? Знаете, 4 в лицо. Раз. Два. Может сохранить автобросок до финала? Да, конечно, лучше будет. Тем более единица может и так сама прийти. Три блока. Я же говорю, может сама прийти. Два урона и удачный выстрел. Победная. За тот джекпот сейчас в финальной битве сыграем. Еще плюс 20 по найс. Так, ну здесь надо все выкупить. Если только нет ачивки добежать до финала с 10 монетами. Наверняка что-нибудь такое есть. Если врага выпало блок этому кубику. Шоколадное печенье. Чары какие-то рандомные слишком. Ну, хороши против врагов, у которых много кубиков, наверное, да? А так... Наверняка еще есть ачивка скупить весь магазин. Ну, видимо, нету. Вот и купил все, молодчина. Явно умеешь выбирать хорошие вещи. Может быть, я уже делал эту ачивку, не знаю. Так, ну смотрим, кто у нас в финале. Робот против скотах. Скотах, невосприимчиво ко льду и электричеству. И она играет абсолютно любой кубик, по-моему, да? И он у нее вроде бы один. У нее один куб, да. Чара прерывания звучит бесполезно. Блоки хороши.
Я думаю, ничего не стоит менять. Оставлю как есть. А, к блоку... Стоп! К блоку и морозу. Точно, блок. Эфемерное пещерное эхо говорил со мной о твоем будущем. Здесь тело, что ты скоро умрешь. Да, она что-то там бьет постоянно всякими заморозками и так далее. И чё, подожди-ка, блок. А, к тому самому блоку. Все, а щит работает. Шестера, а можно что-нибудь полезное? Не смей выбивать, хорошо. Так, я могу выбить пятеру. Ну-ка, стоп. Раз, два, три щита, автобросок. Пятера здесь, шестера здесь и пять урона. Ну, 30 урона в первый ход, неплохо. И три защиты. Заморозка на 4 кубика. Не страшно. Самое не страшное, что она могла придумать. Я бы вот эту двойку, кстати, оставил. Оставил бы. Еще одна единичка, пятера. Всегда сюда. Четвера. Перебросить куб. Отлично. Я не верю в двойку. Угу. Живот что-то заболел. Надо не забыть выпить этот инекс. Так, что он на меня накинул? Блоки. О боже мой, блоки самые жесткие. Пятера. Серьезно? Шесть урона и три не добивают, да? Стоп. Выкидной нож. Шесть урона. Джи-джи. Нет, не Иванов, победная. Поздравление, это была впечатляющая победа. Тебе достался еще один шанс на свободу и на исполнение заветной мечты. А теперь поворот, поворот, поворот. Мона, 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 Мона. Ну вот, не повезло. Но не волнуйся, впереди еще будет немало шансов вернуться все к тому же. Окей, робот, второе возвращение.